Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области поздравили с 78-й годовщиной победы двух ветеранов Великой Отечественной войны. Младшего лейтенанта государственной безопасности, ветерана военной контрразведки СМЕРШ Пелагею Степановну Нефедову и подполковника в отставке участника Великой Отечественной войны Виктора Владимировича Тупикова. Руководители ведомства пожелали героям крепкого здоровья и выразили благодарность за добросовестную службу, победу и жизнь. В свою очередь, ветераны поделились своими бесценными воспоминаниями.